этап ремонта подъезда в самой финальной стадии. Большинство объектов уже сданы, жители довольны и обещают беречь и сохранять созданную красоту как можно дольше. Очень чисто, очень хорошо. Прямо вот так. Все сделано. Я не знаю, слов нет. Ну вообще вот на десятку. Прям я говорю, теперь только держать вот так вот в порядочке, чтобы... Это зависит. Мы будем сами теперь следить за порядком все равно. Будем выговаривать, там им нравится, не нравится, будем говорить. Напомним, на первом этапе по программе было отремонтировано 59 подъездов, большая часть из них уже сдана. И жильцы с благодарностью отзываются о том времени, когда проходил ремонт. Вовремя убирали мусор, в срок сдавали работы, а главное, выполнили все качественно. В этом году в городе Салават планируется отремонтировать 276 подъездов 88 МКД, разделены на 4 этапа. В настоящий момент первый этап завершен. Подписываются акты выполненных работ. У нас есть небольшие замечания к подрядным организациям, но я думаю, что до конца недели они будут устранены. На сегодняшний день в самой активной фазе второй этап ремонта подъездов. Так, на улице Уфимской, 124, приехав в конце рабочего дня на объект, обнаружили лишь руководство подрядной организации. Работы не велись. Как объяснил сам руководитель, своих подчиненных он отпустил буквально за полчаса до нашего приезда. На день рождения, который, видимо, нельзя отметить часом позже. Ситуация интересная, поскольку ремонт производится в срок. Но вот каково его качество, вопрос остается открытым. То, что вот на самом деле уборки нет. Вот, я ребятам несколько раз уже говорила, чтобы они подметали. Один раз вроде убрали, а потом уж сказали, что же мы будем дома, что ли, говорит, каждый раз. Во втором этапе у нас участвует 23 дома, это 84 подъезда. Срок окончания работ мы ставим подрядным организациям 1 августа и надеемся, что ремонт будет выполнен в срок. Жителям остается ждать результатов и хочется верить, что ремонт будет сделан на высоком уровне. Ведь теперь комиссия будет наведываться на объект еще не раз и посмотрит, не отмечают ли у кого-нибудь еще день рождения. Светлана Халитова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».